Всем привет, ребята. Ну что, продолжаем проходить зомби-война. 17-я миссия. Сложно. Рискую, как говорится. Приобрел я себе еще одного юнита. Вы уже видите, наверное, где он и как он выглядит. Это девушка у нас с резаком. Она у нас специализируется на пробитии баррикады. Вот так скажем. Она никого не атакует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, блин, ну давай ты, что ты стал-то как тупорылый? Ай, понятно, короче, опять у нас ничего не вышло. В общем, она специализируется на распиливании баррикады. Она никого не атакует, чисто добегает до этой, до баррикады и начинает ее бомбить. Не так, чтобы быстро, но и немедленно, в общем, хватает этого. Да, ребята, прошли мы эту миссию, но она у нас и была пройдена, в принципе. Но я хотел пройти со всеми тремя звездами. Но не вышло. Ладно, хорошо, давайте тогда с 23-й начнем. Что тут у нас? Ага. Так, это гнилухи и полицейские, значит, здесь. Ай-яй-яй, по-моему, ребята, здесь у нас будут псы, если я не ошибаюсь, конечно. Тоже дурацкая миссия, ёлки, точно. Так оно и есть, блин, понятно, здесь я тоже, к сожалению, не пройду. Не пройду я. Вообще, вообще полный провал. Ё-моё, да. Хорошо начали, ничего не скажешь. Ладно, не будем расстраиваться, ребят, чё ж. Как говорится, всякое бывает. Может быть, попробовать испытание пройти, а? Хоть одно. Так, ну что, давайте тогда... А тут у нас кто, кстати, будет? Я вот что-то не помню, если честно. Сейчас мы подождем маленько и вызовем строителя. Наверняка сейчас побегут бегуны. Но никого пока не вижу. Ну-ка. Давайте ее вызовем. Пускай она здесь начинает бомбить потихоньку. Прикрой меня. А, ё-моё, вот и бегуны. Ёдрить его на корень, а. Ну как же так, а? Ну, ё-моё. Ладно, хорошо, лишь бы не разбомбили мне автобус. Блин, гады. Чё творите, ироды, блин. Да-да-да, конечно, прошел нафиг испытание. Блин, ну, да чё такое-то, ребят, ну... Я в надежде хоть что-то здесь выиграть, а такое впечатление... О, а это что еще за хмырь? Очень сильный зомби, крюк от крана периодически защищает его от всех ударов. Да, смотрите, какие у него глаза, пучеглазые, красные, видно, что-то хочет, но не может. Опа, все-таки просрался. О, так он когда бьет, наносит урон моему автобусу? Нормально. И как интересно... Ёлки-палки, он еще к тому же и убивает всех. И как, извольте мне, проходить эту миссию со всеми звездами, а? Если он бомбит. Почем зря. Бум, всех. Любого, кто бы ни был. Хоть в каске, хоть без каски. Ну давай, ударь, что ты стоишь-то? Ну, бомби, блин, своим крюком. Вот гад. Не хочет. А сейчас бомбанет, да? Вот как только я вызвал себе подкрепление, он начинает... Ну, что ты вот сейчас не бьешь, а? Что ты вот стоишь там, пыхтишь, блин? Пыхтун. Да, ребята, вот это миссейка. Оу, тут еще... Ё! Все, опять проиграл. Да, вот это, блин, игруля. Да, а горит, интересно, он горит, нет? Как вы думаете? Горит, но это меня не спасает. Здорово. Просто-напросто 8 бензина слили впустую. Без какой-либо попытки на прохождение. Испытание номер 2. Давайте здесь попробуем. Ух, тут шарага-то целая компашка стоит. И бегун уже бежит, а. Ну вот посмотри, а. Эх, как я не хотел вызывать этого дуралея. Гробовщика. Надо, честно говоря, найти ему какую-нибудь замену уже давно, причем. Но я не знаю кого. Оу, два электрошокера еще. Совсем дело дрянь. И почему они не используют вот в данный момент?
Ну бей электричеством, что ты стоишь, тупишь там? Все, походу дела опять проиграли. Не, ребят, это все фигня полная. Блин, такую серию даже, наверное, выкладывать-то не буду. Просто 10 бензинов пустую потратили. Давайте так попробуем. Как говорится, все ради победы. Ну, я, правда, не уверен, что мы здесь победим, конечно же. Так. О, вот это уже хорошо. Сколько у меня? 80. Почти 90. Храбрости. Так, соточка. Сотня — это, по-моему, максимум, ребята, что я могу накопить. Поэтому мне приходится просто уже вызывать. Ай-яй-яй-яй. Так, Шарлотту не трогать. Вот так вот, молодцы. Я не знаю, может быть, горючку туда бросить. Вот так вот. Пускай они там все горят. По крайней мере, хоть поменьше будут этих зомбарей вставать. Чоппер, давай твой выход. Стругай там древесину. Во-во, вот это вот вы там хорошо сделали, молодцы. Умница, просто красава. Я, Коломене, как только я потратил, он... Все, ребят, разбомбили они мне автобус. Я потратил зря на них свой бонус. Ёлки-палки, сколько? Ни одной победы. У меня всего 8 горючки осталось. Это 4 нападения. Блин, может быть, здесь что-то попробовать, а? Так, невозможно, 33-я миссия. Угу. А здесь сложно, 38-я. Так, здесь 40-я, нормально. Ну, давайте попробуем тогда, наверное, здесь. Так, это у нас токсики, да? Заражают, которые паразиты. Ну, давай, давай, давай. Не будем, ребята, сейчас пока, наверное, спешить. А вот теперь вызываем. Хотя... Вот так, отлично. Пускай, пускай подходят. Мы сейчас вызовем Шарлотту, она их будет расстреливать. Вот так. Ё-моё, бегун бежит. Ладно, я надеюсь, сейчас строитель его... Вот так, хорошо. Лишь бы не вставали только. Блин, а, заразили меня, все. Мой строитель начинает... Начинает, он уже помер. Начинает терять здоровье. Так, это у нас амбал, его не пробить Шарлотте, это однозначно. Поэтому включается в дело наш строитель. Так, у меня есть бутылочка. Давайте... Ну, как вы знаете, эти в скафандрах, им пофиг на огонь. Он им вообще никакого вреда не наносит. Но зато они... Давай, 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 чоппер. Но зато горят вот эти вот жирные. Давайте бабенку вызовем. Хотя бы посмотрим, что она делает, ребят. Вот она пробегает всех и начинает бомбить баррикаду. Видите, да? Не так, чтобы и медленно, но и не быстро. Такой средняк. Кстати, ей пофиг на огонь. Оу, амбал подходит, сейчас он ее завалит, нет? Нет, он прошел мимо. Ух, ну хоть что-то мы прошли, ребят. 40-я миссия пройдена. Сейчас откроется у нас карта. Неужели мы сдвинулись с мертвой точки, а? Это уже меня радует, ребята. Так, что нам дают? Оу. Так, две новые локации дали, да? 41-я сложно, а здесь невозможно. Да, рано я обрадовался-то, кстати. Здесь еще ничего взять нельзя. Может быть, вот эту глянуть, а? 41-я сложно. Так, это что у нас такое? Крепкий огнеупорный зомби. После смерти костюм разрывается и наносит повреждения. Понятно, короче, грубо говоря, разлагающийся зомби в костюме. Это плохо, что он взрывается-то, ё-моё. Оу, целая орда этих уродов выходит, смотрите. Но я так понимаю, что... Какого лешего ты сюда выбежал? Эй, чурла! Ну-ка! Нифига она наяривает!
Да бомбани ты ее, шериф. Ну, хоть так. Ничего себе она, блин. Она мало того, что быстро, очень быстро бегает, так она еще наносит такой урон колоссальный, грубо говоря. Ну что же, вся надежда у меня сейчас дождаться Шарлотту и чтобы она расстреливала этих зомбарей. Так, у меня есть горючка, но здесь она бесполезна. Они все в костюмах. Так. Бумкнули. Да, ребят, действительно, они взрываются и наносят урон. Слушайте, а шерифка... Ой, шерифка, блин, Шарлотта их довольно неплохо колбасит. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. Умница, умница. Просто с выстрела ее бамкнула. Давай этого говнюка тоже бомбанем. Ну-ка, прокатит, нет? Успеет она с резаком. Так, она всех отбежала и начинает бомбить. Так, в этот момент у меня чоппер тут. Ну, он отравлен еще к тому же. Блин, зачем я бросил туда коктейль Молотова? Кто-нибудь мне скажет, а? Ребята, тихо-тихо-тихо, сейчас есть. Вот так эта девочка работает. Видели сами прекрасно. Просто пофиг на всех, бежит и начинает резаком срезать эти баррикады. Прошли мы уровень. И открылось еще... О, ну неужели, неужели мы получаем 8-й уровень? И нам доступны 2 новых юнита, ребята. Так, открываем. И что тут у нас? Так, усиление, усиление, шоколадка и топливо, и радио. Слушайте, интересно, я кого-нибудь могу усилить, а? Давайте-ка глянем. Так, эту девочку можно, в принципе, да? У нее урон 20-ка. Если мы ее, предположим, усилим. Так, давайте. Ну, здоровье ей не принципиально, а вот удача. Вот для чего удача, я не знаю. Ладно, пускай будет так. Урон 21, то бишь она будет на одну единицу быстрее разбивать. Ну, а строитель, естественно, нам нужен, так как он сейчас основной у нас идет. Как сказать, дамагер, можно так выразиться. Поэтому, конечно же, мне не жалко на него вкладывать все эти прибамбасики, чтобы он был еще сильнее и живучий. Так, здесь у нас кто? Я смотрю, стоит жирный, да? Ладно, мы пока постоим. Так, строитель у меня готов. Да ну, не может... Ага, хотел уже обраться. Вот они, эти ублюдки. Ёлки-палки, давай, гробовщик, махай лопатой. Кромсай их там всех, блин, ну. Не тупи, молодец. Справился. Но... Сейчас тут встанет еще больше зомби, чем было до этого. Я действительно хочу заменить этого гробовщика, ну, деревенщину, блин, на кого-нибудь другого. Он просто бесполезный. В данный момент, вот на нынешних уровнях, от него толку никакого. Блин, ну когда... О, еще 8 ярости, а мне нужно 15, чтобы... Коктейль Молотова бросить. Нет, все, ребята, тут, по-моему, нас запинали. Сами видите, что происходит. Один за другим выбегают. Надо же, отбили, ё-моё. Но это ровным счетом нас не спасет. Давай-давай, строитель, кромсай там. Я этих пока подожгу. Блин, поджег только одного, по-моему, да. Может, девочку вызвать, а? Успеет она, интересно, за это время разбомбить баррикаду. Главное, чтобы именно где она стоит, в ее направлении, не побежал какой-нибудь зомбарь. Иначе все, он ее просто-напросто убьет. Есть, есть шанс, только бы эти уроды не подошли, блин. Ну, ну, давай, 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 давай. Да ну нафиг, ай, ядрить тебя на корень. Ребята, буквально чуть-чуть не хватило, блин. Ай, как же так, ну. Ёлки-палки, все, мне уже туда не пробиться. Сами видите, вышли жирные. Они меня сейчас просто не пропустят. Хотя, нет, 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 конечно же нет. Строителя сейчас накумарят. Ой, как печалька вышла, ребята. Ей немножечко не хватило, буквально там один хлопок своего резака. И мы бы, естественно, бы прошли бы этот уровень. Но, как видите,
не получится, к сожалению. Давайте, о, давай, вот этих вот. И все равно ведь добегу, да? Ну, нет, не добежали. Так, ребята, сейчас волна пробежит. Ну, давай, бейте, пробивайте эту фигню. Ну, отлично. Ёлки-ты-палки, не может этого быть. 7% у автобуса всего хпшек осталось. Как-то даже, я не знаю, чудо просто какое-то получилось, ребят. Вау, открылось. Ну-ка, давайте-ка, наверное, заберем здесь. Угу, у нас тут прилично пооткрывалось. Я даже не знаю, еще две ходки мы сможем сделать с вами. 47-я миссия, а здесь 43-я. Нормальная причем, да? Давайте тогда, наверное, с нее и начнем. А это что еще за хмырь? Самый быстрый зомби. Его невозможно остановить, если он выбрал цель. Замечательно просто. Самый быстрый, значит, он бегает, получается, да? Так, ладно, сейчас мы строителя-то вызовем. Надеюсь, мы его сможем победить. Ага, что он делает, что? Опа! Чё? На раз, на один. Ёлки, он как камикадзе, короче, ребят. Он бежит, он выбирает, например, цель. Я так понимаю, это которая ближе к нему находится. На нее нападает, сам взрывается и, соответственно, убивает ту цель, до которой он добегает. Пипец, короче. Оу, еще и двое здесь. Вау, сейчас убью, да? И шар... Нет. Странно почему-то. А, видимо, они вдвоем активировались на моего строителя. Строитель погиб. Ну и тому нечего было делать, как с собой ликвидироваться только. Ясно все. Главное, что они хотя бы больше не воскрешают. Это уже хоть какой-то плюсик в моем нелегком деле, так сказать. Но жирных здесь, как видите, достаточно много. Так, давайте вот так вот сделаем. Пускай они там все горят. А в это время моя девочка, кстати, да, ей пофиг на огонь, ей пофиг на заражение. Оу, какого лешего? Вы охренели, что ли, блин? Откуда они взялись там? Вот тебе, да. Вот эта подстава сейчас только что была, ребят. По-другому это не назвать. Все было, вот, все было хорошо. Нет, надо было им появиться из ниоткуда, а. И она очень долго, как вы видите, откатывается. Это очень приходится долго ждать, пока ее можно вызвать второй раз. Да. И я боюсь, что никак у нас тут не получится пройти. Сами слышите, музыка накаляется. Соответственно, сейчас уже будет волна, скорее всего. А если эти придурки еще сейчас выбегут? А они уже, слышите, да? Ну, и как вы мне прикажете здесь выигрывать, ребята? Все. 34 секунды до появления волны. Ну, давайте, ну бомбите. Ай, зомбарь встал, ё-моё. Давай, да ну нафиг. Да ну как тут вообще можно играть, а? Я не понимаю, блин, это как специально уже все сделано здесь, блин. Лишь бы только не пройти нафиг. Этого толстяка сюда, конечно. Сейчас они будут его 3 часа разбирать, блин. И волна, естественно, тут уже прибежит. Это ж бесит, блин. На самом деле. Все, 6 секунд, куда нафиг? Мы не успеем. Ну! Ну пробивай. Давай. Отлично, есть. Ух. На 100%, ну это вообще просто фартануло, я не знаю. Там я, как не знаю, этот бог фарта, наверное, сплясал с бубном. И у нас все это вышло довольно удачно. Фух, сколько нервов, блин, а? Уходит на эту игру, блин. Так, 47-я сложно, а тут у нас 44-я тоже сложно. Ладно, возьмем, естественно, по наименьшему. И попробуем. У нас, ребята... Последняя ходочка. Больше у нас нету бензина. Так, пускай этот лохмандей подбегает. Я не буду сейчас даже... Вот, теперь можно. Я не хочу вызывать лишний раз гробовщика. Это пустая трата маны.
Это мне, кстати, между прочим, посоветовал один из моих подписчиков, что, Рэй, не глупи, не вызывай вот этих вот дуралеев, гробовщиков, деревенщин. Ты тратишь впустую, как говорится, храбрость и плюс даешь дополнительного зомби. Так оно и есть, я попробовал эту тут тактику, начиная со строителя, и она мне понравилась, честно говоря, больше. Так что пока я ее и придерживаюсь. Единственное, что хотелось бы его заменить на кого-нибудь. Он просто занимает мне слот. А мне это не очень нравится. Как говорится, пропадает, грубо говоря, у меня юнит один в холостую. Так, ладно, бегун бежит, бегун бежит. Ну, перехватывай его. Конечно, блин, перехватит он. Он пойдет лучше бить зараженных толстяков, блин. Все, погиб. Так, газорезка у меня есть. Я не знаю, и хочется, и колется. Блин, ее отправить, что ли? Оу. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Бегуны, ребята, бегуны. Жарим. Да сгори ты, гад, а. Сгорел. Так, давайте храбрость быстрее. Хо-хо, жиртряс взорвался. Так, чупер, не пропускай. Молодец. Ё-моё, ну вы посмотрите. Все, я вызываю свою девочку. Пускай она бежит как ошалелая и бомбит баррикаду. Ну, а мы пока здесь попробуем противостоять этим ублюдкам всем. Так, взорвался. Так, моего чупера траванули, я вижу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну как так? Ну почему? Ну почему именно там побежал этот урод, бегун грёбаный? Фак, ну я не знаю, ребят. Тут по ходу дела все профукали, блин. Надо было ему выбежать, блин, а? Придурку этому, блин. Нафиг, с пулемета что ли всех покромсать, а? Вот так вот. Сдохните. Ай. Ну даже сейчас у меня строитель выйдет. Не, ребята, не пройдем эту миссию. Но, тем не менее, несмотря на все это, мы затащили все-таки три каточки. Открыли достаточно карту, хорошо. Ну, как сказать... Я грубо выражу, 20% из 100 мы с вами сделали. Конечно, не охрененный результат, но тем не менее сдвинулись с мертвой точки. Хоть как-то, что-то мы открыли. Все, ребят, волна, и на этом нас просто сейчас разбирают. Да, ублюдины мелкие, а. Печалька, но зато я буду знать, что мне ожидать к следующей серии. Ух, да, очень много всего у нас есть, и очень много всего надо проходить. Ну, а на этом, ребят, я завершаю свою серию. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом все, всем пока и удачи!